Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну что, давай заберем с тобой все награды за задания, выполненные уже. Так, открыли наборы, потратили монеты и собрали два мода. Нам нужно сделать одно ускорение, сразиться в канезуйской эре. И ПВП, в принципе, и все. Так, и еще посмотрим, какие у нас доступны сегодня события. Ну, давай, где ты там? Так, забираем. Схватки, переходим в события и смотрим. Так, схватка редких, это супер редкие. Так, опасные травоядные. Водоворот, это у нас босс. И дрожь земли, вау. Кстати, друзья мои, нам в подарок дали вот этого шерстистого носорога. Я уже его, по-моему, поставил выводиться. Сейчас проверим. Ничего я не попутал. Да, вот он, носорог этот. Скафагната и капразуха стоит у меня. Так, ну что, давай тогда начнем потихонечку. Заходим в события. Схватка редких. Быстренько пробежимся по ней. Так, анкилозавр, аэротитан и велоцираптор. Ну, против анкилозавра тут возьмем, наверное, велоцираптора. Против аэротитана я возьму... Блин, против аэротитана я возьму, наверное, стегоцератопса. А против велоцираптора можно взять, в принципе, капразуха. Да, наверное, капразуха придется брать. Ну что, поехали. Думаю, никаких проблем у нас здесь не составит победить вражескую команду. Но все будет видно дальше. Начинаю с атаки. Угу. Так, смотрим, будет менять он на аэротитана или нет. Воу. Даже так. Немножко неожиданно для меня. Ладно, хорошо. Давай, родной, выходи. Раз. Так, возьмем с собой бонус. Угу, меняется. На аэротитана. Твою ж налево. Еще и атакует. Ну, гаденыш, ты напросился. Сейчас я тебе устрою карнавальную ночку. Че, все? Раз, два. Раз. А ну-ка, выкуси. Так, ну что? Велоцираптор мод 2 появляется. Он меня, наверное, сейчас тут уничтожит. Скорее всего, да. Ну, а мы следом уничтожаем его, нашим капразухом. Так, нам достаточно, по-моему, 3 атаки. Раз, два, три. Раз, два. Поехали. На-ка, лучи и распишись. Ну, анкилозавр нам ничего не сделает. Хотя, подожди, вру я, ребята, сделает. Но чуть-чуть. Это не страшно. В принципе, мы можем его добить. Давай-ка сделаем. Отличненько. Ну что, первый бой довольно успешно у нас вышел. Ну и мы переходим на второй. Всего их три. Три поединка будет. Так, что у нас тут? 40 ДНК. Мало. Супранотитан. Так, велоцираптор и метриолонг. Ну, ё-моё. Блин, капразух. Чё, неужели... Так не хочется тратить, а? Давай, наверное, попробуем так сыграть. А, у него все хищники. У него все, оказывается, хищники. Так, короче, берем тропиогоптера. Берем велоцираптора. И берем с тобой... Блин, спинозавра не в тему брать, если честно. Блин, ну если я возьму сейчас капразуха, мне кажется, что в третьем раунде будет еще сильнее динозавры. Ладно, давай вот так вот, спинозавра возьму. Ой, не знаю, что из этого, конечно, получится. Но в любом случае у нас атака идет посерьезнее, чем у него. Поэтому бомбим. Отлично. Что тут еще за полоска у нас появилась? Не в тему.
Так, что же он может сделать? Наверное, взял бонусы, да, скорее всего. Попробуем пробить его. Ох ты. Он все взял на велоцираптора. Ай-яй-яй. Он сейчас, наверное, да, он уничтожит просто. В порошок сотрет сейчас. Все тратит. Ты посмотри. Так, у него 723 здоровья. А у нас, блин, у нас даже не хватит, получается, да? Ох, раз, два. Давай я вот так вот попробую сделать. Он ничегошеньки не стал делать, да? А если я поменяю? Конечно же, я делаю это специально, друзья. Конечно же, все это делается специально. И попробуем взять защиту. Смотрим. 5. Ну, естественно, он нас может пробить. Он все тратит. Отлично. Тогда следующий ход наш. И делаем мы с тобой следующим образом. У него 723 здоровья. Раз, два, три. Этого достаточно. Теперь, я не знаю, сколько этот будет бомбить по нам, понимаешь, в чем дело? Раз, два, раз, два, три. Вот так вот попробуем сделать. Накость, получи. И смотрим. 259 атаки. Ничего не... Вау! Я только хотел сказать, ничего у него не получится. И тут же получил плюху. Да, вот если бы у меня хотя бы еще бы была одна защита, тогда бы нам повезло. Ну и как ты вот прикажешь мне здесь теперь драться? А никак. Просто никак, ребят. Мы не сможем здесь выиграть, потому что очень мало у нас супер редких динозавров, понимаешь ли. Хорошо. Пойду тогда от злости в опасные травоядные. Так. Надозавр, трицератопс, мо-2 и апатозавр. Откуда они таких динозавров-то берут, а? Кстати, друзья мои, я анкилодока прокачал до 20 уровня, если кто еще не заметил. Значит так, я беру, наверное, эрликозавра. Дальше я возьму... Так, нам еще моду надо будет взять. Дальше я возьму... А подожди, а тут только хищники, да? Ой... Травоядники, да, только травоядники. Эниозавра берем. И вот сюда вот против апатозавра. Ну, такое ощущение, что надо брать. Блин, ну не хочется кого-то сюда супер-пуперского. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, моды. Что у него там за моды? Увеличивает урон. Снижает показатель атаки нашу. И снижает... показатель атаки всех вражеских. Короче, он понижает нам атаку, да? Значит, давай-ка мы что-нибудь с собой другу... Да куда ж ты ушел-то? Не понял, я хочу... А, подожди, мод такая... А, мод уже здесь стоит. Значит так, он нам понижает атаку, а мы тогда будем что? Мы можем, в принципе, взять с тобой дубль. Тут же как-то клонирование есть же. Что вот тут за мод у вас? Да что ты все... Так, крадет мод противника, действует один раз. Вот, клон. А, нет, это копирует показатели атаки противника. Может быть, нам... Давай вот это, наверное, сделаем. Поставим с тобой альфу. Поставим путы. И сделаем с тобой... Несокрушимость, наверное, да? Да. Поехали. Очень ответственный будет поединок. Надозавр. Так, кровожадность. И устрашение. Будем первые мы. Ну, я не знаю, наверное, возьмем с тобой бонус для начала. Поменять он, по-моему, никого не сможет, потому что мы повесили путы. Поэтому ему придется
сидеть вот с этим вот. Что тут есть? А мы с тобой можем спокойненько поменяться, если захотим. Смотрим. Ох ты, ё-моё. Неужели он сейчас все потратит? Нет. Он осторожничает. Он осторожничает. Так, сейчас я кое-что гляну все-таки. У нас по атаке вот этот вот очень хорош. Очень хорош. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Проверочка на вшивость. Атакуй по полной, атакуй по полной. Отлично, ребята. Естественно, ничего у него не получается. А мы сейчас его разбираем. Так, 731 хп у него, да? Этого будет достаточно. И... так, так сделаем. Разбираем парнишку. Все, минус на дозавр. Выходит трицератопс мод 2. Отвлечение. Так, у него 4 очка 10. Как он их потратит? Все. Все решает слить. Молодец, красавчик. Ничего не скажешь. Ну что, ребята, и мы тогда все сливаем, да? Да, придется и нам тогда все слить. Вот сможем ли мы его победить? Раз, два, три, четыре. Все пошло, абсолютно все на слив. Бомбим. Так, а этот мощный чувачок. 135 к атаке? Серьезно? Я-то там думал. Не-не-не-не-не, парень, у тебя ничего не получится. Но зато у него здоровья очень много. 1296. Реликозавр, то есть сколько? По атаке еще меньше, да, получается? Ну, давай я врежу ему по полной. В принципе, ему крышка. Но это был только первый поединок. Нам еще нужно два. И опять же, очень мало травоядных динозавров. Именно мощных. Давай глянем, что нам там предложат. Так, пара зауралов, мод 2, анкилозавр и, опять же, апатозавр. Ну, что ты будешь делать, а? Ладно, афиакамима возьмем. Для начала. Против анкилозавра. Ну что, стегозавра, что ли, брать? Ну, вообще нет желания стегозавра брать, если честно. Ну давай вот так вот, наверное, сделаю. И вот так. Бредовенько, конечно, сейчас будет. Ой, подожди, 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 подожди. Забыл же взять этот. Да твою налево, моды. Так, а живучесть? Что у нас живучесть дает? А, при получении смертельного урона существо выживает и сохраняет 1 УЗ. 1 УЗ. Оставляем, короче, живучесть. Крадет мод, это мне как бы... А что вот это такое? Заменяет моды вашей команды модами вражеской. Еще раз. Заменяет моды вашей команды модами вражеской команды. И что же он там делает? Ага. Так, он, значит, хочет... Ха-ха, я понял. Что такое вмешательство? Отключает мод вражеского существа. Втыкаем. Дальше. Несокрушимость. Берем. И единство... Наверное, тоже... Берем. Поехали. Я, если честно, не уверен, что мы здесь можем победить. Но если мы сейчас отключим мод... Если мы первые будем с тобой. Да. Фиг, что он теперь тут поменяет. Окей. Так, шикарно. Ну что, давай потихонечку начинать. Берем бонус. Зря я взял бонус, конечно, ну ладно. Он сейчас пробьет меня. Две атаки сделает. А, нет.
Почему-то он не стал рисковать. Он не стал рисковать. Хорошо, мы тогда сделаем с тобой следующим. Раз, два, раз. Вот таким вот образом. Вообще надо было первым ставить стегозавра мне. Смотри-ка, осторожничает парень. В принципе, правильно делает. Ну что, влупим? Тогда уже по полной, наверное, да? Раз, два. Три, четыре. И бонус. Ничего себе он там хапнул. Так, мод, я надеюсь, будет отключаться вот у этого. Да. Жить. Вырубаем. Пять. Ну, тут-то, конечно, ему надо две атаки потратить. А он три тратит. Шикарно. Он три потратил. Остается у него две в запасе. Две в запасе. Блин, а что же мне тогда делать-то? Если у него две в запасе, значит, мы с тобой сделаем следующим. Раз, два, раз, два, три. Угу. Да ёк-макарёк, ну почему ты... Ладно. Посмотрим, сколько потратит. Четыре. Четыре он потратил, да, получается? А у него было пять, значит, одна в запасе у него получается. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаем. Значит, он все-таки сюда перекинул, да? Остальное все. Что он там делает? Вмешательство. Блин, заблокировал меня. Да, я так и думал, что 5. Ну, друзья, мне кажется, ему ничего не светит против меня. Потому что по атаке у него 143 всего лишь выходит. А вот у нас вообще суперски получится. Мы его уничтожим сейчас. А патозавр опять, как говорится, проигрывает. Шикарненько. Так, ну что, вторая битва тоже ушла, как говорится, в никуда. С нашей победушкой. И нам нужно еще один бой с тобой выстоять. Поехали. Да ёк-макарёк, вот я тебе говорил, что будет вообще мощные какие-то ребята. Что это у нас тут идет? Так, добавляет одно действие за каждый павший враг. Понятно. Это что? Распределяет наносимый урон по всем существам противника. Еще не легче. Отключает мод вражеского существа. Вот такие вот, блин, загвоздки. У меня нет особого выбора. Откаты, наверное, очень дорого здесь будут стоить для меня. 46, как ты видишь. Я могу только попробовать взять анкилодока. Даже не так мы сделаем. Стегозавр, скалозавр и анкилодок. Вот как-то так, ребят. Отключает мод здесь плюс один, да? Что можно здесь предпринять? Ну, например, можно взять сюда подражание. Можно же? Можно. Но лучше все-таки, наверное, нам сделать заряд адреналина, да. Потому что этот погибнет 100% очень быстро. Также нам заряд адреналина понадобится на скалозавре. А этот отключает мод. Твою налево. А какой мод можно сделать? Кстати, подожди секундочку. А если мы... Нет, нифига. Надо делать, наверное, щит. Фух, ну что, давай попробуем. Глупо, конечно, это все, но... А что делать? Как-то надо выживать-то, я не знаю, ребят. Если я возьму бонус, он меня сразу, да, пропечатает. Да и фиг с ним, пускай печатает. Пускай печатает. Мы с тобой зато будем иметь аж целых... Да? Окей, давай так сделаем. Что-то мутит он воду. Не к добру это все. Решил атаковать. Хм.
Ну и что ты сейчас сделаешь, парень? Давай бомби уже по полной. Да чтоб тебя. Ну давай я вот так сделаю. Что он там хочет такое прокрутить-то, а? Ага, вырубает меня. Но зато он потратил все. Так, у нас сколько тут? 115 идет к атаке, да? Заряд адреналина, к сожалению, не прокатил. Потому что у нас и так фулка. Что я могу сделать? Вот так я могу сделать. Поехали. Так, этого парнишку вырубаем. У него, кстати, сейчас тоже этот бонус переход. Ага, тут по всем урон. Что-то я совсем забыл про вот этот вот бонус. Урон по всем. Сейчас распределится, да? Ох, ё-моё, сколько нам прилетело-то. Хм. Так, ну что нам тогда сделать надо? Блин, прикинь, я забыл, сколько он. Угу, ничегошеньки. А это сейчас все вот сюда перейдет. Блин. Это плохо, ребят. Он еще и мод не отключил. Твою же. Все, все, ребят, сфейлился я. Он сейчас все будет сливать полностью. Блин, самое обидное вот в этом вот то, что я не могу ничего сделать. Вот мне дали динозавров, которые есть, и все, и будь ты готов, блин, дерись с ним как хочешь. Они у меня кончаются, у меня нет долларов, чтобы откатить их. Вот и все. Что я тут должен сделать? Когда закончится? Через 47 минут, да? Через 47 минут. И я, наверное, не успею даже сыграть, даже дожить до отката. Хотелось бы, конечно, победить. Давай-ка мы с тобой посмотрим, сколько нам там, например, надо ждать, пока травоядные отойдут. Где у нас там это все? Можно глянуть. Ну давай в схватку, например, зайдем. Так, травоядные. 2 часа. Нет, это не травоядный. 2 часа. Не, ребят, ну, час. Тут нету нигде меньше часа. Ну, если мы с тобой, конечно, доллары сейчас заработаем, а нужно их заработать очень много, то тогда мы сыграем. Давай вначале тут попробуем на аренке зависнем чуть-чуть. Так, это первый поединок. Я еще, естественно, здесь не играл, поэтому я думаю, что здесь будет все пока на изи. Хотя не факт. Блин, вместо того, чтобы деньги копить, я, наоборот, здесь трачу. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Если сейчас сразу топовые... Не, нормально все. Единственное, что плохо, что аргентинозавр попадает у меня на хищника. Это вообще очень плохо. Надо менять срочно. Так-то оно будет повеселее, да? Так, ну давай уже ходи, ё-моё. Угу. Так, ну что, мы тоже ему 2 атаки, и, в принципе, он готов. Давай, мне следующего. Это скалозавр. Ну давай, скалозавр, выпендривайся. 1 атака ему нужна всего лишь. Да, он делает 1 атаку. Но мы его сейчас, естественно, уничтожим. Гуандунь его размажет. 2 атаки нужно нам. И бонус. Гуляй, Вася. И выходит тиран на титан. У него 70 к атаке. О, но. Если он сейчас все сольет, ребят, нам крышка. Неужели он 4 атаки? Точно. Твою же дивизию. Как ты все подрасчитал-то? Сможем ли мы его уничтожить? Да вряд ли. 3. Хотя 5 на 36, да, должны. Все, ребят, ему крышка. Аргентинозавр травоядник уничтожает хищника.
Молодца, красавчик. Ну что, мы переходим с тобой, наверное, на следующую лигу. Сейчас посмотрим, как нас там бустанет, не бустанет. Ну-ка. Из детенышей мы в добычу. 50% лучших игроков. Спасибо большое. Дайте, пожалуйста, мне золото, а. Будьте так добры. Ой, золото, доллары. Мне нужны доллары. Спасибо, хоть 10 долларов. А мы продолжаем схватки. Мы продолжаем. Мы с тобой попали в 50 лучших игроков. Нет, Ютерану, стой, подождешь пока. Еще пока рано. Ну что, берем Нундазуха. Нифига. Берем Капразуха, Гигантозавра и Насута Цератопса. Да, наверное, вот так вот будет эффективнее. Получаем 10 долларов, а тратим 5 долларов. Так, и тут у нас, смотри-ка, что получается. Получается не совсем то, что я хотел. Надо брать гигантозавра сюда. Вставлять. Вот так вот. А он будет менять, наверное, на скафагнат. Или кто это у нас? Меняет. А, Рамфоринг, конечно. Он берет Рамфоринга. Мы с собой берем Насута Цератопса. И бонус. А он сейчас возьмет Велоцираптора, верно? 100% тебе говорю, он возьмет Велоцираптора. Ну давай там уже. Да, и потратит последние свои две атаки. Естественно, там. Ах, вот так он даже решил. Ну что? Давай я вот так вот сделаю. Блин, знал бы, атаковал бы. Не очень, конечно, хорошо, да? Меняет. И две атаки ему нужно еще потратить. Слушай, он что-то меня уже достает, если честно. Давай я уже, в конце концов, наверное, первым буду атаковать. Поехали. Попробуем завалить его. И у нас получается. Так. Суперзавр. 99 к атаке. 7 очков действий. Серьезно. 3 потратит, останется у него 4. И вот теперь вопрос, как я его должен тут подбить? Хм. Ну давай я так сделаю. О, он взял 4 защиты. То есть... А что он сейчас делает? Да ничего. Он пропустит ход, скорее всего. Меняет. Меняет, ребят. Ну что, я попробую тогда его бомбануть все-таки. Раз он поменялся. Поехали. Отлично. Ну что, выходи сюда, суперзавр. 6. И ему нужно будет потратить 3. И 3 у него останется, да? И 3 у него останется. Окей. Раз, два, три. Попробуем так сделать. Ну и что ты будешь делать? Ничего. Короче, я попробую атаковать. Все, ему крышка. Прекрасно. Тут мы выкрутились. Ну все, 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 пора, и хватит. Нам еще впереди драться, драться и драться. Так, наверное, перейдем уже в следующую лигу, скорее всего. Хотя не уверен. Не, не уверен, ребят. Пока еще в добытчиках находимся.
И получаем 12 тысяч монет. Продолжаем. Так, что же нам тут взять? Можно взять Кетсу, Кулазуха и одного хищника, например, Велоцираптора. Что-то мне кажется, такими темпами я фиг тут что заработаю. Я наоборот трачу на доллары. Да и ладно. Не очень-то хотел, зато на лиге поиграем, да? Ну что у нас тут? Нундазух. Давай сразу атакуем его. Он меняется, естественно, на додзю. 100%. Давай уже, не жмись. Я сомневаюсь, что будешь меня атаковать. Ну, видишь, на додзю. И мы с тобой меняемся вот так вот. И берем бонусные очки. Сейчас он будет меняться обратно на своего млекопитающего. На рептилию. А, нет, иритатора взял. А что это он вдруг как? А что это он так вдруг поменял на иритатора? Ладно, фиг с тобой. Я думаю, тебе будет достаточно трех плюшечек. Я думаю, достаточно. Да. Ты готов, парень. Ну давай, выходи сюда, Нудазух. Подтягаемся. Так, ну что, как видим, 4 очка действий. Как он их? Ага. Вот зачем он сейчас взял Тодзю, я ума не приложу. Тодзи сейчас просто-напросто получит по полной программе. Но мы сделаем проще. Вот так вот. И накажем. И накажем. Так, выходит обратно же этот Нудазух, у которого 89 атаки, 6 очков действий. И ему придется, наверное, слить. Сколько там? 3-4 очка действий, да, придется слить. 4. Ну, а дальше ты сам понимаешь, да? Выходит у меня Кулазух, у которого 146 к атаке, у него 36 здоровья остается. То есть любой пропущенный удар ему крышка. Вот как-то так мы с тобой здесь побеждаем. А вот теперь мы уже должны действительно перейти на следующую лигу. Это лига охотников, если я не ошибаюсь. После добытчиков должны быть охотники. А, выжившие, ребят, выжившие, конечно же. Охотники уже идут после выживших. Так, ну что, крутанем. Давай. Ну, блин, еда, ладно, фиг с ним, пускай будет еда. Еда, в принципе, тоже нам нужна. Так, ну здесь уже посерьезнее будет противник. Так что берем, наверное, с тобой Птеранодона. Ютерануса возьмем. И Диплотатора. Поехали. Кто там сейчас против нас будет выпендриваться, я не знаю. Пеликанептерикс, Колобуринг и Галимим. Но мы-то тут посерьезнее будем, согласись. Поэтому можно и врезать, я думаю. Окей. Половину здоровья сразу снесли. Он, наверное, интересно, будет на Галимима меняться или нет? Не стал. Но я сомневаюсь, что он взял две защиты. Ну, проверим. Одну. Специально на Колобуринга, да? Оставил. Хочет, чтобы побольше у него было очков действий. То есть три очка действий у него будет. И он может пробить, если потратит их все. Но он не стал этого делать. Почему? Без понятия. Тогда я его, наверное, уничтожаю. Ага, нет. Пока нет. Он все-таки поставил одну защиту себе. Видимо, предчувствовал, что я так поступлю.
Ну, тут, конечно, расписывает. И причем Ютирамус выходит, а он и его забомбит, и, конечно же, Галимима тоже размажет. А причем без особых проблем. Давай, уходи, Галимим. 17 к атаке. У меня один укус равен его 4 жизням. По 87 хп. Давай, размажи его. Вот и все. Делов-то на копейку. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. И, наверное... А, нет, вряд ли мы перейдем, потому что мы только недавно перешли на новую лигу. Какое-то местечко у нас. 75-е. Ну, 75-е тоже неплохо. Вылетает игра. Но, как ты видишь, 6000 еды нам выпало. Мы продолжаем, конечно же, нашу арену. Кстати, давай-ка мы здесь заберем с собой награды. ПВПшку сделали. Так, ускорение. А где я могу здесь ускорение завершить? Быстренько здесь. Или вот здесь. Ого, 6 часов, 6 часов, 6 часов. Слишком круто. Так, заберем наградочки здесь. А это что такое? Ага, нам не хватает чуть-чуть. Кстати, если кто не видел этого босса, я, наверное, ребят, сегодня вам покажу его. Довольно прикольный босяцкий олень. Ну, я бы даже сказал бы не олень, а лось. Здоровый, гигантский, здоровый, зверский, злющий, я бы так сказал, наверное. Ну и гигантский тоже. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Опа, шикарно. Индрикотерий. Прокачиваем его тогда на какой? На 20 уровень, по-моему. Да. Вот и прекрасно. Так, у нас еще и значок собрат. У нас еще и значок собрат. Используйте в сражениях 3 разных. Это я понял. Про значок. Вот. Где тут? Забрать. Нормально. Так, ну что у нас? Продолжаем события. Продолжаем битву. Кстати, битва-то у меня, ребят, наверное, последняя будет. Долларов не хватает. Хотя за рекламу же можно драться. Че я переживаю. В общем, берем с тобой Астафрикозавра. Возьмем Нондогазавра и, наверное, Пеликаниптерикса. Ну-ка, интересно. Скафагнат, Суперзавр и Кулазух. Немножечко у меня последовательность неправильно идет. Но я думаю, что можно, наверное, и так попробовать подраться. Давай, наверное, пропечатаем разочек ему, этому скафагнату. Кстати, у меня их 3 штуки, по-моему, пора их объединить уже. Тебе не кажется так? Ну, что он будет делать? Тоже атакует. Тоже атакует. Короче, мы с тобой сейчас... добиваем его. И суперзавр выходит, да? Но тут ему придется поменять на Кулазуха. Тут смысла ему нет вообще. Этому суперзавру против меня бомбиться. Так, меняет. Ну, уже такой серьезный разговор. Но, поверь мне, он все слил. Ну, ему крышка тогда от нашего Пеликаниптерикса. О, тут достаточно одну атаку. Ну, давай пропишем. Ну, и опять же выходит суперзавр. Сделать он против моего летунчика ничего не сможет. Вообще ничего. У него не хватит атаки пробить меня. А вот мы его сейчас сможем уничтожить. Без проблем. Шикарно. Двигаемся дальше. Я все-таки хочу как можно выше подняться по лиге и получить уже в конце концов заветный пак или хотя бы доллары. Соточку, но не меньше, да? А лучше бы 1000.
Ну, 1000 тут, по-моему, нигде не зарабатывается. Так, ну что, какое-то местечко у нас. 59-е. А здесь нам что достанется? Угу, 6000 еды, окей. Поехали. Кстати, подожди-ка секунду, у нас времени-то мало. Я смотрю, по часам половина третьего у меня. Нам нужно с тобой ежедневку-то закончить. А то, не дай боже, профукаем. Давай-ка быстренько с тобой сразимся в канезуйской эре. Так, схватка. ПВП. Раз, два, три. А ладно, фиг с этими 5 долларами. Почему я, блин, иду на ПВП, я должен еще платить 5 долларов, блин? Я не понимаю вот этого вот. Так, Дипротодон. Короче, понятно. Самый противный это в конце кто стоит. Оу. Тихо, братуха, давай-ка мы сразу меняем. Ну-ка нафиг. Что он будет делать? Меняться, наверное. Или атаковать. Все-таки меняется, да? И еще и атакует. Фига себе, 1309 хп. Я вот так вот сделаю. Ну, что там задумался? Будешь опять меняться на своего? Ну, конечно же. Конечно же, он будет меняться на него. Раз-два, раз-два. Ну и чё? Приуныл. Ага, вот так все-таки решил сделать. Ну что, пора с ним, наверное, заканчивать, да? Я все сливаю, ребят, не знаю, получится или нет. Получится. Минус одним хлыщом. Так. Архивцион. Две атаки сливай, пожалуйста. Одну. А что одну-то? Тебе мало. Одну тебе. Не понял я. Почему-то я. Ты неправильно посчитал, что ли? Хм, я неправильно посчитал, получается, ребят. Ну что, вдупим? Готов, парень. Так, и остается у нас Энтелоракас. Вот как. Ну, он сейчас тут меня вырубит, понятно. Сколько только он сольет? 4. 2 у него осталось, так? Ну, что я тебе скажу? Прощай. Шикарно. Молодец, мамонт. Устроил этому птенчику переворот. Ну, нам нужно было сыграть. Так что, ребят, сыграли. Забираем бонусы наши и продолжаем биться на арене. Так, крутим. А, тут же, кстати, 2 раза можно рулетку крутануть. Но в моем случае, по-моему, уже 1 раз. Потому что, как всегда, игра вылетела. Как всегда, меня подставила. Ладно, заберем с тобой здесь награды. Открыть. Еда, ДНК, доллары, хавчик. И 95 очков доверий. Да-да, друзья мои, игра запарила вылетать. Вот серьезно тебе говорю. Как с этим бороться, я даже не знаю. Так, тут у нас еще кот этот горит. С кем там воюем? Ну давай, сами сыграем. Попробуем его успокоить. Отлично, давай дальше. Продолжаем. Поехали.
Блин, дрогнула рука. Да я вижу, вижу, психует. Начинает психовать сразу же. Раз, два, три, четыре, пять. Твою налево. Как там не нажал-то, ё-моё. Зашибись. Разбросали. Начали медленно, а потом ускорились. По-моему, поймали. Фух. 3155, прикинь, опыта получили. Солидно. Кстати, знаешь, что нам еще нужно сделать с тобой? Сыграть в схватку 49 уровня. Получить 2500... Нет, 2250 ДНК. Так, значит, у нас здесь пара зауралов, велосираптор и скалозавр. Здесь наверняка хватит одного Таниколагриуса. Ну, давай на всякий случай возьму еще лангозавра. Хотя даже не так сделаем. Сфинокодона возьму. Метрия кантозавра и... И тиранотитан. Ой, тиранозавр. Все, этого за глаза и за уши нам. У нас, во-первых, бонусное преимущество перед ними. Так что... Просто рвем. И гуляй. Ну что ты будешь делать? Меняться? Смысла тебе нет, у тебя одни травоядники. На кого ты там поменяешься? Получи. Так, велоцираптор. О, 306 к атаке. Ну, ты ушатаешь, конечно. Базара нет. Ну, а дальше лови плюшку от моего метрия кантозавра. Раз, два. Все надо сливать. Опа, выживет что ли? Нет, не выжил. И скалозавр. Ну, короче, его тиранозавр уничтожает. Ему что тут уже ничего не поможет. Он все слил, ни защиты, ничего нету. Поэтому вот так вот. И 2200 ДНК у нас в кармане. И ждем с тобой, естественно, повышение уровня, и уже будет схватка на 50 уровне. Да-да-да-да-да, в копилочку, пожалуйста. Отлично, а я продолжаю... Здесь. Так, ну что, у нас тут все отыграно, я смотрю, да? Значит, остается Алангозавр, Таниколагриус и Эдиоморфодон. Поехали. Кого нам сейчас тут поставят? Могут рептилию поставить, и тогда будет фигонько. Да. А Кантастега первым. Это рептилия, он как раз бы под скафагната. Хотя да, под Эдиоморфодона вообще замечательно бы зашел, поэтому я, наверное, так и делаю. Он сразу же пужанется, думает, ё-моё, вот это я попал. И поставит против меня травоядника. Давай, 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 я же знаю, что ты поставишь его. Не тяни время, я все равно знаю, что это бот. О, ты гляди-ка, я думал он... Нет? Он даже не подумал меняться, прикинь. Так, ну ладно, Кантастега, короче, отдуплилась. И выходит Стега. Ну давай, Стега, поборемся. 347 атаки против 1200 моих хп. Смешно. Раз, два, три. Все, пока. Ну и выходит последний у нас Дилофазаврик. У него атака еще меньше. Соответственно, он быстрее отдуплится. Он даже не стал ходить. Да? Смешной. Смешной динозавр. Не стал ходить. Он думал, что... что я упущу шанс на атаку. Нет, конечно. Это глупо было бы с моей стороны. Ну что, давай глянем теперь. Куда мы переместимся? Блин, до 40 позиции это как-то мало. Я уже устал перезаходить в игру после каждой рулетки. Что за напасть-то такая, а? Зачем я сюда зашел, скажи ко мне на милость.
Да ё-моё. Поехали, отыграем с тобой последних наших динозавров. Берем птеродактиля Таниколагриуса. И возьму я, наверное, топиелозавра. Погнали. А вечером будет, наверное, еще одна серия по юрскому миру, когда уже у нас произойдут откаты. К тому же там будут новые задания в 3 часа, потому что, не забывай, будет обновление. Так, ну смотри, у нас тут диплокаулус. Мы его сразу вырубаем. О, так тут все эти, все рептилии. Значит, всем им не повезло сегодня. Всем, прикинь. Они ничего не смогут сделать. Они просто попали. Ну давай ты там, хрюкает, выжидает время. Я как будто не знаю, что здесь одни боты играют. А, вот так вот ты решил. Хорошо, ты думаешь, это тебе как-то поможет? Да? Ну давай, посмотрим, как тебе это поможет. Да никак. Абсолютно никак. Все, прянозух отдыхает. Метриорин. Тебя ждет та же самая участь. Ну, 53 атаки. Ну, потратишь ты все на меня. Отнимешь у меня, ну, максимум там 400 хп. Нет, парень. Ты уж извини. Ну, сегодня не твой день. Жалко, конечно, что птеродактиль отыграл и Таниколагриуса, да, и топиалозавра. Их можно было бы и не брать. И у нас бы еще было бы больше поединков. Но мы же не знаем. Так, скорее, что там события заканчиваются? Осталось парочка минут. А какое событие-то у нас заканчивается? Я не понял. О каком там событии идет речь? Так, погоди секундочку. Я не понял. Какое событие-то? С боссом, что ли? Или о чем? Открывается при общем уровне в 6 миллионов. Ох. Подождите секундочку. Я же могу же забрать? Чего там не хватает нам? Чтобы открыть, необходимо слияние динозавров в 5 миллионов. Успеем ли мы? Хотелось бы, конечно, получить кого-нибудь. Нет, ну желательно бы мне, наверное, Лемноринга получить. Или же Пахицератопса. А, во, и Карнораптора. Ну, шанс 1% это, конечно, очень мало. Так, ладно, мы с тобой отвлеклись маленько от арены. Раз, два, три. Все, это последний поединок на сегодня. Денег ни шиша мы с тобой не заработали. Поэтому я и не смогу продолжить те поединки. Гац, Традон и Галимим. Фигня полная. Этого вообще с удара Гаца сносим. Так, дальше у нас Традон. Я тоже думаю, что он не особо тут силен. Вот такое себе, да? Чудо в перьях. Оперился, думаю, теперь все можно, что ли? Ну, попробуем пробить. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну что, выпучил глаза свои, давай, ходи. Ну, что там елозишь, а? Это типа проверочка какая-то была, да? Хвостиком ударил он меня. На тебе. Так, ну, Галимим, посмотрим, сколько он. 134 атаки. Ничего, ребята, у него не получится. Даже если он все сольет. Проверим. Не прокатил твой фокус, парнишка. Так что, пока.
Ну вот так вот, друзья, вот так вот у нас все великолепно сегодня получилось. Кроме, конечно же, событий. В событиях мы сегодня вообще фейлились как только могли. И денег, к сожалению, не было, да? Чтобы сделать откат. Блин, и тут чуть-чуть не пробились. Давай только без вылетов. Хоть раз рулетку нормально прокрути мне. Ну вот, спасибо. Так, ну все, ребята, завершаем. Босса я хотел вам показать. А кем драться? Ну давай уж, раз не кем драться, просто возьмем обычных простецких. Гасторниса, Келлинкина. Так, он у нас... Ага. Я даже не знаю, кто по нему лучше урон. Ну, по идее, пещерники наносят больше всего урона по нему. Типа официона, да? А вот тут, как хочешь, так и понимай. Ну, я так понимаю, летающий, наверное. Давай возьмем скафагната и еще одного скафагната. Просто, ребят, посмотрим. Уровень второй, как ты видишь, босс. Первый уровень я забомбил. Вот так вот он выглядит. Прикольно. Он даже, у него, смотри, какая-то смесь. Смесь лося. Харя больше похожа на какого-то хищника, я не знаю. То ли медведя, то ли собаки, что-то такое среднее. Чисто мутант. Это чистой воды, ребят, мутант. Такого в природе 100% не существовало никогда. И не могло существовать. Да. Жесткий чувачок, жесткий. Ну, естественно, меня сейчас вырубит здесь. Он две атаки сделает. А что ему не атаковать? У него 4500 здоровья. Воюй себе, да воюй, да? Ну, первого босяцкого, конечно же, я прошел довольно легко, потому что я взял самых топовых своих динозавров и, естественно, его запинал тут. Но я тебе еще раз повторю, это было для того, чтобы хотя бы вы посмотрели. Ну, вдруг кто-то не видел еще. Это чисто так, для показухи было. Битвы продолжаются. Конечно, продолжаются. Так, ну что, я смотрю, по часам через 10 минут у нас закончатся все события и обновятся. Ну да, я понял, 770. Жит, не хватило чуть-чуть. Так, а что же нам с тобой светит дальше? Давай посмотрим, какие задания будут доступны. Через 1 час они пришли с болот. Я так понимаю, это будут у нас рептилии. Белая мгла, отлично, обязательно пойдем. И могучие деньги, ну, такой себе. Плюс битва за выживание на еду. А, еще вместе с приливом. Так, подожди, вместе с приливом это через 1 день. А нам нужно через 1 час. То есть вот, до могучих денег 3 вот этих новых события будут. Так что, ребята, вечером, скорее всего, мы снова с вами увидимся. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.